Более 5000 человек появились на свет благодаря этой женщине. Легендарная акушер больницы Середавина Светлана Кошкарева работает уже более 30 лет. И каждые роды для нее как первые. Радость на лице мамочки, вот этот крик ребенка, который возвещает вот-вот, жизнь она вот, но это ни с чем не сравнимо. Светлана хотела стать акушером с детства. Рассказывает, после колледжа сразу пошла работать в Самарский областной перинатальный центр, который в те времена еще носил имя роддома номер 2. С тех пор ни разу не меняла место работы и прошла долгий путь от рядового специалиста до главного акушера. Спустя 15 лет начала заниматься наставничеством, готовит молодых специалистов. Каждый молодой специалист, который приходит на работу, будь то медицинская сестра, акушерка или врач, к нему сразу мы прикрепляем наставника. И только после того, как мы убедимся, что специалист готов, мы его допускаем к самостоятельной деятельности. Ежегодно в областном перинатальном центре подготавливают не менее 20 молодых специалистов. Светлана Кошкарева делится своим опытом с каждым. Подход к наставничеству у Светланы комплексный. Сначала помогает новичку адаптироваться к новому месту и коллективу. Затем проводит теоретические и практические занятия и старается максимально заинтересовать своего ученика. После этого он может начинать работать самостоятельно. Молодые акушеры ценят такой тщательный подход к их подготовке. Добрым словом помогала и во время практики, вот когда я была, приходил, смотрел, спрашивал, все ли хорошо. Да, на протяжении 2 лет, и еще когда я училась, как бы, да, она помогала, приходила. Светлана признается, хочет передать своим ученикам нечто большее, чем просто знания и умения. Самое главное, чтобы они были милосердными. Вот это вот милосердие, оно испокон веков было, и оно должно быть, чтобы они не очерствели душой, чтобы они всегда обращались к пациенту так, как мы говорим, чтобы вы хотели, чтобы как к вам отнеслись. Вот, поэтому вот в нашей профессии нельзя быть черством. Специалисты, которых подготовила Светлана, не раз получали призовые места в региональных и всероссийских конкурсах. Сама Светлана стала лауреатом почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации и отличником здравоохранения. А уже в этот четверг губернатор области Дмитрий Азаров вручит ей почетный знак за наставничество. Анастасия Ерыгина, Дмитрий Мешканцов. События.